Да, они прячутся под ветку. Отпустите. Я боюсь, что ты упадешь под ветку. Размер не изменился почти, они чуть-чуть только подросли. Угу. Чуть-чуть удлинились, хвостики стали чуть-чуть подлиннее. Мам, возьми я. Но сфотографировать вот так. В основном они не изменились. Ну как, они растут. Поднимал. Они не вытащили. А вот смотри, мам, подержи ее. А вот пенек. Давай, ты. Посмотри, что первое. Нельзя близко, нельзя. Фотографируй сейчас их ветку. Веточка упала. Oh.
поставь один ракурс, не надо так бегать, надо прямо зафиксировать. Иначе это будет ужасно. И тем более ты снимаешь вверх ногами. Снимаю проект лягушки в естественной среде. Вот наши головастики. Вот в таком вот пруду. Мы сейчас вам покажем один пенек. Вот наш пенек. Собрание на пеньке. Мы сейчас в Апрелевке.